Лучший блогер Северного Кавказа. Третье место. Блог medsnazlifejournal.com. Хочу поблагодарить за нашего друга, брата Магомеда Самбиева, который сейчас не смог приехать, он лечит людей в Москве. Все, спасибо. Так, на втором месте у нас два участника, два номинанта. Это блог Фарниев, lifejournal.com. Зовут. Спасибо большое всем, кто голосовал за, против. Все равно спасибо. А второе место. Блог skdiga7lifejournal.ru. Он сейчас в Москве, я ему передам. Первое место получает персональный сайт Anzor TV. Анзор не смог приехать, поэтому я возьму подарок вместо него. Все, спасибо. Сейчас этот же вопрос я хочу задать вам, мои зрители. Вот посмотрите на меня внимательно. Вот так вот сбоку посмотрите, видите, сбоку. Также вот так вот и на ты посмотрите. И просто напишите в комментариях. Похож я на лучшего блогера Северного Кавказа. Вот, и сейчас я хочу сделать такое маленькое видеообращение ко всем участникам, ко всем жюри. В общем, ко всем тем, кто имеет отношение к этому конкурсу, ко всем тем, кто участвовал. В первую очередь, естественно, благодарю за этот сам конкурс, за то, что он есть, за то, что его создали, за то, что он объединяет людей, не разъединяет. Также хочу поблагодарить всех жюри, в том числе, и я был удивлен, что в жюри, председателем жюри является Максим Шевченко. Я думаю, Максима Шевченко все знают. Безумный Макс, идущий в Голливуд, приветствую тебя. Вот, и выражаю все эти благодарности, и также хотел бы сказать пару слов о своем блоге. Мой блог посвящен мечте и свободе. Мечта, на данный момент у меня мечта была, в общем, всю жизнь была мечта попутешествовать по миру. Увидеть разные страны, разные места, познакомиться с разными людьми, то есть общаться. Одним словом, жить такой разнообразной, интересной жизнью. Конечно, не всегда это легко, не всегда это, скажем так, получается как хочется, но в любом случае движение идет, и мечта осуществляется. И на данный момент 2 года, как я нахожусь в этом своем путешествии. Конечная цель проекта – это солнечная Калифорния, Голливуд. Почему Голливуд? Потому что при приезде в Голливуд у меня есть еще одна мечта – это сняться в голливудском фильме. Или же снять голливудский фильм. Вот такие вот мечты. Вот, они меня знают. Я сейчас хочу обратиться ко всем блогерам. Дело в том, что после того, как мне позвонил человек вот с этого Прометея и сказал об этом, я зашел на ЖЖ, журнал. И начал смотреть разные журналы и заметил такую вещь, что я вспомнил, почему я перестал заходить на этот блог, почему я перестал заходить на ЖЖ, да? Как-то у меня мысль такая возникла, и раз, я сразу понял, почему. Друзья, потому что очень много негатива, вот реально много негатива.
И сейчас вот эту возможность я пользуюсь, я к вам обращаюсь и прошу вас, убирайте этот негатив. Убирайте вот эти вот, понимаете, вот эти постоянные между собой какие-то выяснения, какие-то разборки, какие-то недовольства и постоянный поиск виноватого. Виноватого. Постоянно, знаете, вот этот виноват, тот виноват, третий виноват, пятый виноват. Национальности какие-то виноваты, народности какие-то виноваты. Забудьте это все. Нету людей, никого, никто ни в чем не виноват. Единственный, кто виноват, виноваты мы сами. Заходите на мой сайт anzor.tv, пишите, звоните, в общем, надоедайте. Любые движения, любые предложения, все рассматривается, все будем обговаривать, в общем, будем двигаться вперед. Пачанга!